В Орловской области средняя зарплата в 2016 году составила 22 900 рублей. Наибольшее количество нарушений трудового законодательства приходится на предприятиях, где нет профсоюзов и не заключен коллективный договор. Эту информацию на аппаратном совещании озвучил начальник управления труда и занятости Анатолий Майоров. Главным документом социального партнерства в Орловской области является соглашение между правительством Орловской области, территориальным союзом организации профсоюзов, Федерацией профсоюзов Орловской области и региональным объединением работодателей, объединения промышленников и предпринимателей Орловской области на 2017-2019 год. Одна из тем обсуждения – трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Орловской области на 2017 год. Оно было заключено в начале февраля. Документ подписали председатель Федерации профсоюзов области, руководитель отделения Союза промышленников и предпринимателей, губернатор Вадим Потомский. Ни много ни мало, но 3 года на это ушло. А это один из вопросов, который при первой же встрече, я помню, вы поднимали, Николай Георгиевич, и вот… Сегодня мы к этому все-таки результату пришли. Это большое подспорье. Мы должны защитить своих граждан, прежде всего, в их пенсионном обеспечении в будущем. Напомним, соглашением установлен размер минимальной заработной платы в сумме 10 тысяч рублей в месяц. От подписания данного соглашения отказалось порядка 400 организаций. По разным видам деятельности. Справочно, на территории Орловской области деятельность на 1 января 2017 года деятельность осуществляет 16 683 организаций. Так вот, самое интересное, что наибольшее количество отказов размещено в деятельности, связанной с недвижимым имуществом. Только 2,5% на эту минуту отказываются от подписания и участия в этом соглашении. То, что сегодня мы делали в рамках развития занятости, в рамках противодействия неформальной занятости, все-таки дает свои определенные результаты и формируется новая культура трудовых отношений. Потому что сам факт того, что мы дошли до соглашения о минимальном размере заработной платы, об этом говорит.